Всем привет, меня зовут Артем, я занимаюсь компанией корпоративными внедрениями, крупными корпоративными внедрениями. И в своем докладе хотел сделать обзор крупных проектов, которые были выполнены нашими партнерами. Очень просился поставить меня в программу, чтобы мы могли всеми им гордиться и рассказывать о них нашим новым клиентам, вашим новым клиентам. Поехали. Давайте начнем с сегмента e-commerce, наиболее интересная часть интернет-проектов, выполненных на платформе. Нам очень важен этот сегмент, мы очень сильно за него боремся, и каждый проект действительно очень важен в нем. Но не секрет, что на Bittrex работает и продолжает работать множество крупных ритейлеров. Помимо грандов, к которым мы уже привыкли, Эльдорадо, Евросеть, Связной, на Bittrex работает множество проектов в разных сегментах. Это и Hof, и Leroy Merlin, компания Inventive Retail Group, интернет-магазин МТС. Появилось очень много новых проектов в новом году, 2015-м. С вашего разрешения давайте о них немножко расскажу. Итак, интернет-магазин МТС. Давний наш клиент. Достаточно давно они выбрали платформу 1С Bittrex. Давно работает проект, поддерживается компанией QSoft. Большой e-commerce проект, очень много номенклатуры, большая посещаемость, высоконагруженный проект. Не раз клиент размышлял о переходе на новую платформу, но вот в последний год было принято решение о создании нового сайта, принципиально нового интернет-проекта, и для него также была выбрана платформа 1С Bittrex, уже 1С Bittrex Enterprise, и сейчас идет процесс внедрения нового сайта. Leroy Merlin, крупнейшая сеть стандарта DIY в России, 39 магазинов, 19 городов. Интернет-проект запущен на платформе 1С Bittrex, сейчас активно развивается. Трудные были времена для этого проекта, но немножко и с нашей помощью мы сделали аудит текущего состояния, мы дали рекомендации, и был проведен тендер, выбраны были компании, новые подрядчики, компании GreenSight и Media5, которые сейчас активно развивают этот e-commerce проект. Я надеюсь, что в новом году он станет еще лучше. Очень большой объем работ сейчас идет, и клиент делает на сайте очень много новых сервисов. Крупнейший проект компания Hof, 12 магазинов, 6 городов не представлены, общая площадь магазинов 105 тысяч квадратных метров. Опять же, e-commerce проект работает на платформе 1С Bittrex, активно развивается. Сейчас обновлен до последней версии и показывает фантастические просто темпы роста. Вот как написано на слайде, за последний год они выросли на 44% именно в онлайне, и общие продажи онлайна составили 11,3% от общих продаж компании. Это очень высокий показатель вообще в целом в сегменте, потому что, ну, знаете, мебель выбирать, кажется, в онлайне покупать достаточно проблемно, да, кажется, пощупать надо, но вот компания показывает феноменальные просто результаты. И спасибо, что они доверили свой бизнес платформе 1С Bittrex. Компания Maxidom, еще один проект мебельного сегмента, тоже очень большой клиент, 10 супермаркетов в 4 городах представлены, тоже большие площади, проект сотнями тысяч СКУ с интеграцией с ERP-системами и другими решениями, выполненными компанией Aero. В давнем споре, что лучше, Nikon или Canon, кажется, компания Nikon вырвалась вперед, сделав свой новый официальный интернет-магазин на платформе 1С Bittrex. Очень сложный и трудный проект, но мы очень рады, что он завершился, и компания начала решать свои задачи в интернете лучше на базе платформы 1С Bittrex. Благодаря тоже компании Aero. Спасибо нашим партнерам. Компания Ozon. Основной сайт компании использует самописное решение, но для региональных своих проектов компания выбрала решение 1С Bittrex, они построили несколько региональных проектов в Европе, Europe, International, KZ и что-то еще, там Латвия еще есть, сейчас в Европу входит. Очень большой проект, запущен был в предельно сжатые сроки, буквально несколько месяцев, и по количеству номенклатуры, опять же, заметьте, очень большой проект, порядка около миллиона СКУ, включает в себя каталог товаров, и при этом проект показывает высокие показатели с точки зрения времени отклика. Но, опять же, на таком большом объеме товаров, книг, да. Ну и, в частности, помогло еще для международных проектов использование модуля PayPal, который встроен в платформу 1С Bittrex. Сегмент фэшн активно развивается. Очень многие компании начинают онлайн-бизнес в интернете. Конечно,
Все это требует наличия платформы. По оценкам компании LaModa, сегмент фэшн к 2016 году увеличится на 15%, при этом доля онлайн-продаж увеличится в 3 раза, с 5 до 15% в среднем на компанию. Какие проекты мы хотели бы здесь представить? Интернет-магазин обувной компании «Кари» был запущен в прошлом году. На самом деле, небольшая опечатка, не 4 страны, а 5 стран, добавилась еще Польша. Адаптивный интернет-магазин, огромное количество товаров. Только в России каталог включает порядка 120 тысяч СКУ, при этом продублирован на 5 стран. То есть общее число товаров превышает, общее число СКУ превышает 500 000. 1300 складов, обмен с ERP-системой Axapta и другие навороты и сервисы. Наш давний клиент, интернет-магазин ЦУМ, уже сегмент такой лакшери, да, давно уже работает на платформе 1С Bittrex, но в прошлом году также выполнены масштабные работы по развитию проекта, по его обновлению. Компания ДВ выполняет поддержку этого проекта. Очень хороший адаптивный здесь шаблон. Посмотрите, все проекты будут доступны, опять же, презентации, посмотрите сами, оцените, как сделаны какие-то вещи. Управление витринами и каталогом в режиме drag-and-drop. Вот эта фишка, которую требуют очень многие клиенты сегмента фэшн, когда менеджеры могут сами визуально расставлять товары. Также такой функционал был реализован. Компания Alba, производитель, опять же, обуви, выбрала 1С Bittrex для развития своего онлайн-бизнеса. Ну, давайте мы еще просто пролистаем. Компания New Balance также. Поддержку проекта выполняет компания Greensight, еще один известный производитель обуви, который также работает на 1С Bittrex. Кира Пластинина. Проектов достаточно много. Я сразу извиняюсь, что не все попали в список, потому что время ограничено, и обязательно мы представим все эти проекты на нашем сайте Enterprise, и можно будет посмотреть, прочитать кейсы, почитать, как они были сделаны, какие в них особенности. Ну вот, в частности, запустив новый интернет-магазин, здесь был виден рост заказов более чем в 2,5 раза. Компания Article Media запустила интернет-магазин бренда Demix. Очень сложный проект, посещаемый, нагруженный, интеграция с NoSQL-базами MongoDB, обновляемый нон-стоп ассортимент товаров, динамически подгружаемый контент и большая посещаемость. Сегмент спортивных товаров очень интересен, очень активно развивается сейчас. Кант первый вообще считается онлайн-магазин спортивных товаров в стране, был запущен достаточно давно и в прошлом году был переведен на платформу 1С Bittrex. Большой интернет-проект, также большое количество СКУ, порядка 150 тысяч наименований. За 3 месяца был запущен первый этап, то есть проект начал работать, решать бизнес-задачи. И, собственно, после запуска посчитали конверсию на 213%. Она выросла именно за счет нового проекта при сохранении всех окружающих условий, при сохранении прежних источников трафика и так далее. Очень интересный проект выполнила компания Сибирикс. Рекомендую почитать их кейс. Это производитель матраса Formatec. Сложный проект, очень сложный товар для продажи, насколько он набираемый, и множество есть вариантов. И коллеги сумели очень клево представить это на новом сайте, показать весь ассортимент, представить продукты, сделать массу возможностей для допродаж, апсейла. Ну, опять же, потрясающие показатели просто по росту. 4500 заказов только за первый месяц работы приняла компания. Это очень большой показатель. Об этом проекте я, например, не знал. Мне коллеги присылали из компании Individ. На самом деле, 1Белагра – это крупнейший в России интернет-магазин по заказу запчастей для сельхозтехники. Огромный проект, огромное количество номенклатуры, 200 тысяч СКУ, 80 больше типов цен, интеграция с 1С и большой достаточно интернет-магазин, на котором можно приобрести данный товар. Ну и еще по сегменту e-commerce, может быть, не совсем интернет-магазин, но сейчас наши курорты испытывают повышенную посещаемость, да, скажем так. Вот Роза Хутор, крупнейший международный курорт мирового класса, полностью для сайта и для интернет-магазина был выбран платформа 1С Bittrex. Компания «Первый бит» осуществила внедрение этого проекта. И сейчас для всего мира, для всей страны можно воспользоваться этим сайтом для бронирования отпуска, для бронирования отелей, скипасов и других элементов. Вот, это e-commerce. Очень интересные проекты. Давайте пойдем
другие направления. Корпоративные сайты. Корпоративные сайты, сайты государственных, сайты для общества. Но на самом деле хочется начать с сегмента банковской сферы. Вообще среди банков Bittrex, наверное, такой же корпоративный стандарт стал де-факто, потому что очень много банков сделано на платформе 1С Bittrex. Вот в прошлом году компания ICE и QSoft нашли какую-то серебряную пулю, видимо, для производства этих сайтов и выполнила очень много проектов. Банк «Русский стандарт», «Транскапиталбанк», «Банк Абсолют», «Сбербанк Лизинг». Все это проекты, выполненные на платформе 1С Bittrex в 2015 году. МДМ-банк, приват-банкинг. Ну, еще хочется очень отметить проект компании «Интерволга», клуб клиентов «Альфа-банка». Это не корпоративный сайт «Альфа-банка», но, тем не менее, это большой проект для малого бизнеса, который позволяет обмениваться опытом, расти, ну и в целом очень полезный для индустрии проект. Отличная работа коллег и получил действительно высокие оценки и клиента, и участников рынка. Среди страховых компаний можно отметить проект ВСК «Страховой дом», выполнен компанией ДВ. Это первый проект, который выполнил продажу полисов ОСАГО полностью онлайн, то есть полностью без офлайн составляющей, то есть весь цикл покупки полиса можно выполнить только на сайте. Компания «Согаз», также запуск онлайн-продаж, страховая компания «Согаз», проект выполнен компанией «Гринсайт». И компания «Агима» давно работает с компанией «Альфастрахование», также давно поддерживает их интернет-проект. Есть много сервисов, покупка ОСАГО онлайн, покупка полисов, выезжающих за рубеж онлайн. Очень интересные кейсы, я думаю, что когда мы их опубликуем вместе с коллегами, вы сможете почитать о нюансах. Очень интересная схема расчета конверсии по покупке, эффективности продажи, связанная с тем, что там эффективность полиса оценивается после его окончания действия. Да? То есть, опять же, коллеги сделали очень большой объем работы. Из корпоративных сайтов можно отметить проект для крупнейшей компании Объединенная метрологическая корпорация, выполненная компания ICE и QSoft. Замечательный, просто крутой проект компании Сибур, выполнила наш партнер, давний компания Actis Wunderman. Это не один сайт, это порядка 25 интернет-проектов, которые объединены под одной платформой, под одним зонтиком. Вот если нажать все сайты Сибур, вы увидите большой список, где представлена куча разных самых проектов. И все это платформа 1С Bittrex. Очень интересный проект, очень красивый, рекомендую посмотреть. Из брендовых проектов еще можно отметить проект компании Агима для фитнес-клубов World Class, один из лучших сайтов, я считаю, для вообще фитнес-индустрии. Коллеги проделали огромный объем работы, вместе с клиентом изучили массу проектов и за рубежом, и в России, чтобы дать возможность каждому члену фитнес-клуба получить актуальную информацию. Кратко по государственным проектам. Компания Artwell запустила сайт Росреестр. Это сайт, который посещает порядка 10% россиян по статистике. Можно посмотреть информацию о недвижимости. Компания Notamedia активно работает с Москвой и Московской областью по автоматизации, по веб-направлению. Новый сайт Mos.ru, сайт Москвы, сделан на платформе 1С Bittrex. И еще один проект компании Notamedia — это порядка 100 сайтов Подмосковья были объединены под одну платформу и на платформе 1С Bittrex. Вот, и выпущены продуктив. Компания DeFi Interactive — отличный и интерактивный сайт музея кино. Ну и еще есть интересные проекты. Компания LR, системный интегратор, выпустили национальную электронную библиотеку, большой проект. И сайт 9 мая, память народа. По оценке Яндекса, самое значительное событие в интернете, там у них вот память народа на первом месте стоит в одном из рейтингов. Это проекты на платформе 1С Bittrex, это сайты. И буквально у меня осталась одна минута, я успею рассказать о проектах внедрения интернет-порталов, CRM-системах и так далее. К большому сожалению, не удается представить все скриншоты, показать. Очень многие проекты закрыты NDA, и не удается даже иногда упомянуть проект и упомянуть название интегратора, который это выполнял. Из наиболее интересных проектов я хочу отметить компанию «Роснефть». Компания «Роснефть» запустила в прошлом году портал совета директоров на платформе 1С Bittrex 24. И в настоящее время идет большой проект внедрения.
называется система корпоративного управления. Порядка 100 тысяч пользователей будет охвачено этой системой. Для 400 обществ группы «Роснефть», и масса задач решается по бизнес-процессам корпоративного управления. Компания «Татме» внедряет сейчас проект «Интегратор Prime Group». «Татнефть» запустила корпоративный портал и социальную сеть. Компания «Викимарт» выбрала 1С Bittrex24 для своего проекта по корпоративной социальной сети. Сейчас проектом работает «Корус Консалтинг». Идет большой проект внедрения CRM-системы в торгово-промышленной палате Российской Федерации от компании 1С Rarus. Интернет-порталами пользуются, прошел тендер и выбрана платформа «Вертолеты России». Огромный государственный холдинг, порядка 40 тысяч пользователей, будет охвачено внедрением Bittrex24. Интересно внедрение компании ARTV, это Subway, где был внедрен и корпоративный портал, и сайт, и CRM-система, и опять же вот все это охвачено, объединено одной платформой 1С Bittrex. Внедрение компании Ford Solers, компания Fusion сейчас работает над проектом МТТ. Ну, наверное, остальные проекты, если будет интересно, напишите мне, мы обязательно расскажем про их особенности. Огромное вам спасибо за эти проекты. Давайте поаплодируем нашим партнерам, всем вам. Вы делаете просто фантастические вещи на самом деле. Вы умеете работать с крупными проектами. Спасибо вам за выбор платформы, за доверие. И спасибо клиентам за доверие к нашей платформе. И буквально одно слово еще про наши продукты. Разумеется, 1С Bittrex Enterprise и 1С Bittrex 24 полностью удовлетворяют всем требованиям корпоративных внедрений. Мы показали, что можем внедрять и интернет-магазины на сотни тысяч и практически миллионы СКУ, и корпоративные порталы на десятки тысяч пользователей, которые успешно работают. Мы также помогаем нашим партнерам помощь. Можете запросить нашу поддержку, участие в переговорах, презентацию, проведение бизнес-завтраков. Мы помогаем нашим партнерам привлекать новых клиентов. Ну и, конечно, техническая помощь, консультации при разработке крупных проектов. Спасибо вам большое. Будут вопросы, обращайтесь. Берите визитки и давайте несколько вопросов из зала. Пожалуйста, Андрей. Спасибо, Артем. Андрей, компания Тиолий. Чем больше проект, чем он крупнее, тем сложнее его делать заранее фиксированной стоимостью и фиксированные требования с ТЗ. Мы вот в течение прошедшего года перешли на работу по таким проектам на Agile, то есть без каких-то фиксированных стоимостей, и, соответственно, стоимость проекта постепенно может увеличиваться с изменениями требований, ну и как перспектива открывается, да, по ходу работы. А у вас для получения компетенции крупного внедрения необходим договор предоставить с закрытыми актами на фиксированную стоимость. Ну, я понял вопрос. На 2 миллиона. Как здесь быть, да? Как вот здесь вот быть, это раз. И когда работаешь с госорганизациями, проще заключить несколько небольших договоров для того, чтобы, ну, понимаете, понял, да, закрыть. Несколько этапов, да, тоже, как вот с этим быть? Ну, вот. Я понял вопрос, спасибо. Ну, смотрите, то есть получение компетенции – это там не только жесткая формалистика, то есть вопрос индивидуальных переговоров, да, то есть если мы понимаем с вами, что этот проект там длительный, он растянут несколько этапов, да, и вы покажете, что действительно это так, в принципе, мы здесь достаточно лояльно подходим, можем принять это во внимание просто. То есть нет жесткости прямо точно, что вот только так и больше никак. Поэтому присылайте информацию, если есть крупный проект для большой компании, больше 1000 человек, сотрудников, да, внедрения, если есть у вас подтвержденная информация о том, что вы это работаете, ну, рассмотрим. Обязательно дадим ответ.